Добрый вечер. Программа «Насправді» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. И в ближайшие 20 минут мы будем говорить о противодействии дискриминации. Дискриминация, как известно, бывает разная по разным признакам. Но сегодняшний наш разговор пойдет о дискриминации в отношении людей с ограниченными физическими возможностями. С удовольствием представляю гостя нашей студии Олега Леонидовича Лепетюка, адвокат, глава Харьковской общественной организации незрячих юристов. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Леонидович. Насколько я понимаю, насколько я помню, темой дискриминации вашей организации вы лично занимались довольно давно. Насколько это распространенное явление и как вообще вот охарактеризовать, что в отношении, скажем, лица, имеющего инвалидность, имел факт дискриминации? Начать следует с того, что действительно наша организация с 2003 года осуществляет консультирование людей, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. То есть это пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, и люди, которые имеют малые доходы. Поэтому за 10 лет нашей деятельности мы смогли очертить круг тех вопросов, с которыми люди с инвалидностью чаще всего сталкиваются, и определить, в каких сферах жизни они ощущают себя дискриминированными. И вот этот проект, который назывался «Защита прав, доступный, захист прав, доступный каждому», этот проект предполагал сдвинуть как-то ситуацию в отношении дискриминации, улучшить положение наших людей, инициировать несколько исков. Это было три таких сферы жизни, которые касаются получения банковских услуг, транспортного обслуживания, доступа к информации. Мы по этому проекту сделали три круглых стола с участием органов власти, соответствующих управлений, банков. Вот. Сделали три семинара тематических, передачи радио были. Ну и была проведена конференция всеукраинская на тему преодоления дискриминации по признаку инвалидности. Следует сказать, что в законе об основах социальной защищенности инвалидов в Украине была такая норма, как было предусмотрено, что дискриминация по признаку инвалидности запрещается в Украине. Но до принятия Конвенции ООН о правах инвалидов термина дискриминации в нашем законодательстве не было. Вот. Но Конвенция как раз внесла эти новшества и определила, что является дискриминацией. И как раз мы теперь имеем Конвенцию как главный документ, который регулирует эти вопросы, на которые мы опираемся. Ну и теперь закон об основах социальной защищенности инвалидов в Украине был внесен в соответствии с Конвенцией необходимые изменения по поводу дискриминации. Ну вот, люди обращались, и, ну, например, кредит, да, хочет человек взять, как все нормальные люди, прийти в супермаркет электроники или где-то взять кредит на ипотеку, то инвалидность не позволяет это сделать. То есть есть какие-то внутренние договоренности у банков, которые говорят, что вы кредит не можете взять в связи с тем, что вы являетесь инвалидами. Угу. Вот эту тему мы обсуждали на круглом столе. Ну, в общем-то, у нас есть уже положительный опыт, причем опыт решения таких вопросов. Один иск у нас сейчас в суде находится на рассмотрении. Вот. А есть положительное решение, но не в Харькове, а в Кременчуге, когда была проведена, спасибо журналистам, информационная кампания соответствующая, и семья из инвалидов все-таки смогла поучаствовать в государственной программе сдешевления ипотечного кредитования. А так им просто отказывали тоже в банке в предоставлении кредита на ипотеку. Ну и я сам тоже сталкивался с тем, что мне отказывали, тоже банк отказывал предоставить кредит. Вот. По поводу транспортного обслуживания, ну, здесь следует сказать, что льготчики, это у нас 22 категории льготчиков существуют в Украине. Но есть льготы по социальному признаку, есть льготы по профессиональному признаку. И вот водители очень часто прибегали к дискриминации льготчиков, у которых есть инвалидность. То есть пропускают профессионального льготчика там
с удостоверением СБУ, налоговой или прокуратуры, и при этом следом, когда идет человек с инвалидностью, показывает удостоверение, этот водитель всегда очень недоброжелательно, очень часто оскорбительно выражался в адрес этого льготчика. Поэтому у нас тоже были решения этих вопросов в двух направлениях, и в судебном. Иски мы выиграли у одного перевозчика, взыскали 8 тысяч за моральный ущерб из-за того, что отказали перевозки льготчику. Вот. Ну и на круглом столе тоже поднимался этот вопрос. Но на сегодняшний день можно сказать, что количество обращений по поводу отказов в перевозке льготчиков у нас уменьшилось, количество таких обращений. Возможно, это связано с той ситуацией, что в нашем городе уже обновился рухомый склад, и состав, движущий состав, и вошли большие автобусы, поэтому как-то проще стало людям ездить. Вот. Ну и есть у нас один иск сейчас во Львове, коллега-адвокат сейчас подал иск о том, чтобы обязать украинскую железную дорогу сделать свой сайт доступный для людей с инвалидностью, потому что информация, поданная на том сайте, она является недоступной. То есть человек с инвалидностью не может зарезервировать себе льготный билет. Информация там, ну, в общем, то, что могут сделать обычные люди, человек с инвалидностью сделать не может. Поэтому вот такие как бы у нас мероприятия были в течение 9 месяцев. Ну и за это время мы смогли проконсультировать 518 человек за время этого проекта. Это достаточно распространенное, насколько я понимаю, явление, да? Это 518 обращений, это не только обращения, связанные с дискриминацией. Когда мы сказали о том, что мы предоставляем бесплатную правовую помощь, в общем-то, наша деятельность поддерживается городским советом в рамках единой социальной сети, у нас проект «Крок в громаду». Вот, поэтому к нам обращаются по разным вопросам. Но вот именно дискриминационные, ну, те три сферы жизни, на которых мы решили акцентировать свое внимание в этом проекте. А в отношении вот банков, банки и кредиты, о которых вы говорили, там наверняка практически невозможно доказать, если напрямую где-то не будет записано, что отказать, потому что у человека инвалидность. Да, ведь наверняка найдется еще масса оговорок, каких-то дополнительных резонов у работников банка, почему они не могут вам дать кредит или там технику в кредит в магазине и так далее. Дело в том, что это прямо не афишируется. Ну вот ситуация, да, мы это дело показывали в декабре месяце тоже при помощи журналистов, когда стал вопрос, есть ли на самом деле дискриминация. Мы говорим, что вы можете в этом убедиться и хотите вот с нашим человеком пойдете и в магазин и сами сможете все заснять. Так и сделали. Человек хочет купить телевизор. Кстати, у него основные доходы, он является инвалидом, жена у него инвалид по зрению тоже, но у них здоровый ребенок. Вот. Ну, как все люди, ну, ребенку нужен телевизор, как это, ну, обычное явление, что-то такое, купить телевизор. Ну, у него там, в связи с тем, что они живут на социальную помощь, вот, и доходы у них небольшие, то есть сразу они его купить не могут. Если в кредит, то как бы они могут его выплатить спокойно. Ну, вот увидели объявление, что кредит без справки о доходах, то есть как все люди вот, да, подходят, выписали счет, ну, представитель банка говорит, извините, у вас инвалидность, мы вас кредитовать не будем. Вот, давайте ищите поручителей, давайте еще что-то там, какие-то условия. Ну, на какие условия? Потому что обычному покупателю, обычному не инвалиду вы таких условий не ставите. А для инвалида какие-то дополнительные препятствия для того, чтобы он мог воспользоваться потребительским кредитом. Ну вот вы смогли найти возможность, вы пригласили журналистов, камера там и так далее. Большинство, наверное, ведь не смогут этого сделать. Но это мы зафиксировали. Себя? Да, вот самое главное, в принципе, зафиксировать по возможности факт нарушения вашего права. В этом-то и стоит главная задача. Если мы сможем это зафиксировать, вот, тогда легче будет это все отстаивать в суде. То есть мы в суде предоставили сейчас запись этого посещения магазина, ну и будем решать этот вопрос. Если
банк не пойдет на мировое соглашение для того, чтобы дать человеку этот кредит. А как обычно себя ведут вот те организации или те лица, к которым выставляется подобного рода иск, да, вот за иск по поводу дискриминации? Начинают какие-то доводы приводить в свою пользу или пытаются найти соглашение, компромисс, чтобы наружу это все не всплывало, что называется? Ну вот как-то по-разному. Дело в том, что вот с перевозчиком, как было, он говорит, что это он не виноват, как владелец транспортного средства, а это вот есть водитель, который, конечно, был неправ, конечно, это, а так мы все возим, никого, никому ничего не отказываем. То есть у перевозчика была такая позиция. Mm-hmm. Управление транспорта тоже говорило, что какой хороший перевозчик. А мы знаем, что у этого перевозчика в 2005 году по аналогичной ситуации тоже было дисциплинарное взыскание за отказ в перевозке пассажиров. Понимаете? То есть, ну, они как бы, он у нас на хорошем счету, он возит, осуществляет перевозки. Банки говорят, а мы никому не отказываем, у нас все хорошо, мы всем даем кредиты, у нас нет такого, что мы инвалидам отказываем. То есть, ну, на самом деле, все хорошо, понимаете. То есть это как бы вроде самодеятельность позиция, сотрудников, да, а мы как руководство к этому отношения не имеем и не можем иметь. Да. А скажите, а какое наказание в принципе предусмотрено, если будет, например, в суде доказано, что организация или какое-то лицо в отношении человека с инвалидностью проявило дискриминацию? Ну, такая вот прямой ответственности за допущение дискриминации в отношении людей с инвалидностью такого нет. Она как бы предусматривается взыскание морального ущерба, если говорить о материальном, но административной либо уголовной ответственности за дискриминацию люди не несут. Это общая европейская практика или это у нас пока что так? Не, ну там вот уголовная ответственность есть за преступления, связанные с дискриминацией по расовому признаку. Вот, если преступления связаны мотивировочной части с мотивами, вызванными неприятием по расовым признакам, национальным признакам, тогда это как бы учитывается. А по инвалидности, как бы здесь дискриминация. Вообще, вот ответственность за дискриминацию, она у нас в необходимой степени не выписана. Ну, хотя есть вот сейчас уже тоже есть, в сентябре, да, вышел закон предупреждения дискриминации. Вот на этот закон, в принципе, тоже можно ссылаться. Ну, доказать, насколько я понимаю, очень сложно, да? Ну, вот, опять-таки, практика европейская идет по тому пути, что дискриминацию должно доказывать то лицо, которое ее допустило. То есть, вот вы можете сказать, что в отношении вас была допущена дискриминация, но вот ответственность, бремя доказывания, здесь тоже есть такой момент, что вот в нашем суде, да, в гражданском судопроизводстве, всегда используется принцип подачи доказательств. Каждая сторона должна доказать свою правовую позицию. Вот. То вот как раз-таки обязанность доказывания отсутствия дискриминации лежит на дискриминирующей стороне. То есть они должны доказать, что дискриминации не было. Да. Вот это интересно. Как правило, действует то, что называется презумпция невиновности. Ну, да, доказать, но здесь вот европейская практика так стоит, по такому пути идет. Но у нас же, я же говорю, в процессе судебном другой подход чуть-чуть. Так, есть еще вопрос наверняка крайне важный. Ну, вы юрист, да, вы практикующий юрист, вы эти все законодательные моменты знаете. А люди, которые имеют инвалидность, наверное, может быть, в том числе и по зрению, они-то могут вообще как-то узнать это все? Есть вся необходимая база информационная, правовая и так далее в доступе для людей, которые в ней нуждаются? Ну, как правило, база вся содержится нормативно на сайте Верховной Рады, в актуальном состоянии все новые законы. Вот то, что необходимо людям знать, это вот есть общественные организации, которые работают в сфере предоставления бесплатной правовой помощи, где можно получить квалифицированную помощь у юриста. Ну, это вот наша организация. Сейчас вот начал работать закон о безоплатной правовой помощи, то есть первичную правовую помощь бесплатно предоставляют и государственные структуры, это вот и обладминистрация, есть приемные часы
работы принимают юристы, есть при управлении юстиции общественная приемная, также есть юридические клиники, которые тоже предоставляют бесплатную правовую помощь. Ну, в принципе, человек должен знать свои права, и тогда он будет понимать, нарушены они или нет. Ну, а обращаться, естественно, уже консультироваться нужно у специалиста. Я хочу еще раз вернуться вот к эпизоду, о котором вы рассказывали, когда был подан иск в отношении Укрзалезницы, если не ошибаюсь, да, в отношении того, что там сайт не адаптирован для людей, которые, у которых есть особенные потребности. Это касается вот такого рода требований, это только к государственным организациям или, в принципе, можно предъявить, скажем, такого рода иск и к частным компаниям и так далее? Я к тому, что, ну, весь интернет, наверное, и не заставишь никого, да, перевести, то есть создать соответствующие версии, скажем, для людей с проблемами со зрением. Вы знаете, вот говорить именно о стандартах интернет-ресурсов в Украине крайне сложно, потому что стандарты у нас к сайтам не расписаны в отношении доступности. Хотя вот в зарубежных странах, там в США, там, в Европе, есть специальные требования, которые все владельцы сайтов должны соблюдать. Ну и конвенция ООН о правах инвалидов тоже требует, что государства должны обеспечить равный доступ к информации для всех граждан, которые имеют инвалидность. Соответственно, вот иск этим и обоснован, что обращается именно государственный орган для того, чтобы обеспечил государственный орган доступность к информации. Но там же получается, что он частично доступен, этот сайт, но, ну, например, свободные места там показаны другим цветом. Вот. И если, например, не человек, не имеющий инвалидности по зрению, может увидеть, да, свободное место, если оно там другим цветом обозначено, то специальная программа звуковая, которую пользуются незрячие, она этого не говорит. Поэтому, ну и опять же, проблема в том, что зарезервировать билет вы сможете, а вот билет льготный, там даже нету опции этой, чтобы можно было приобрести льготный билет. Ну, будем считать, что это пока недостатки временные, что справедливость в этом вопросе восторжествует. У нас буквально 3 минуты остается до конца нашей программы. Хотелось бы задать вопрос, вот какого рода. Вы 3 направления перечислили, по которым работали в этом году. В отношении дискриминации, транспорт, правовые вопросы, да, и что-то я забыл еще, ну, банки кредита. Да. А почему из сферы вашего внимания выпал вопрос трудовых взаимоотношений? Ведь, как правило, ну, традиционная ситуация, если узнают, что у человека инвалидность, ну, как минимум с опаской берут на работу, да если вообще берут. Дело в том, что опять мы занимались этим вопросом, проблемой занятости, еще в 2005 году. На сегодняшний день говорить о дискриминации людей с инвалидностью при трудоустройстве можно, но это не является таким сейчас широким явлением, потому что центры занятости в этом играют очень большую роль. Они приберут инвалидов сейчас на учет и они направляют к работодателям. И здесь же опять есть требования по созданию рабочих мест. Все работодатели, независимо от формы собственности, должны 4% отдавать на трудоустройство инвалидов. Да, существуют, опять-таки, отдельные случаи, когда человеку отказывают в трудоустройстве по признаку инвалидности. Но доказать, вот именно, что тебе отказали именно вследствие инвалидности, здесь очень сложно. Вот в этом моменте доказывать, здесь нужно либо использовать какие-то технические средства, ну, приходить там с диктофоном к работодателю, если ты ищешь работу. Но об этом, как правило, люди ж не задумываются. Человек приходит и, ну, конечно, просто трудоустраивается. Не идет заведомо рассчитывая на отказ в трудоустройстве. Поэтому ну, это сложно очень. Олег Леонидович, я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. Время подошло к концу. Спасибо, что были нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До свидания.